уже будет утихло. Там за крышей свой труба. Хочется прыгнуть на финиш, но финиш не я. Верны, как струны, нырятся струна. Финишу так же старает земля. Ангелы, ангелы, ангелы видят тебя. В честь моего директора школы, когда я был маленький. Вчера у нее был первый концерт в Москве. До этого у нас была негритяночка. Звали ее Анжела, в честь Анжелы. Дэвис, по-моему, да? Дэвис, да. Потом была Снежана, она была такая белобрысненькая, ну, такая же, это самая страшилка. Ну вот, это самое. А вот это я вам сейчас тоже хочу рассказать. Ну, и, в принципе, в интернете всегда ВКонтакте там или в Фейсбуке писал про эту штуку. Это действительно реальная история, то есть я ни капельки не вру. Насчет того, что вот у нашего басиста Григория Великолепного, Гриша Симаев, это самое. Получилось, что он говорит, загремел в больницу с мотором сердца. То есть, ну и как, ну надо же своего собрата навестить, то есть, тем более, ну сами знаете, что такое больнички. И поэтому мы купили ему шаурму и новую Майю Семеновну. Это прямо ж в этом машине масле, блядь, с маски. Ну, как Григорию это понравилось? Да, слушайте, короче, приезжаем к нему в больницу, он выходит такой счастливой радости, даем ему шаурму, он ее жирает чуть ли не салафановым пакетом, блядь, это самое, потом нового тебе для развлечения, чтобы там не скучал. Он такой, нет, я не возьму, не возьму. Я говорю, дурак, блядь, возьми, наоборот, это же кайфово, будешь по больнице бегать вот с этой красавицей, правильно? Согласитесь, вот я бы лично себе валялся в больнице, мне привезли бы резиновую бабу. Да я бы всех бы достал бы за это. Я бы менял бы ее на сигареты. Там, ребята, меняй на сигарету, там, 30 минут, там, 2 сигареты, блядь. Не, ну что. Ну что, короче, бабы нет. Скоро рассвет, у меня нету бабы, у меня бабы нет. Где-то люди гуляют, где-то песни поют, а я тихий дебил, бабу мне не дают. Ну а я одиноко встречаю рассвет.
Получив форс, решетки глядят. Я в тихушке лежу лет 15 подряд. Где-то гуси играют, где-то песни поют, а я в тихий дебил, бабу мне не дают. Обязательно вставляем песню наших друзей, братьев, кого сейчас, к сожалению, нету с нами. Чтобы, ну, лишний раз, ребята, чтобы их знали, помнили, блин, так что, ну, это дело святое и нужно, я считаю. Будет и Лукич, и... Но запомнить не успел.
Предлагаю, хорошо, детский, есть старые ребята, ваши питерские люди, которые старые монстры. Они мне как говорят, что, блядь, Сань, ты давай не загоняй, у вас время до 11 сука часов, блядь, правильно? Ну чего вы тут жопу рвете это, блядь? Да, это 12. Нет, до 12 нельзя. Мы патриоты России. Николай, да, ребята, при желании обязательно подпевайте. Ну, вот, блядь, я думаю, Димке это будет очень приятно там наверху, блядь. Дамский, бери. А, не, Гришин, громче. А я тебе скажу, когда... Коль, на меня смотри. Не Он сумеет! Замечательно! Иди сюда!
собираешь носки и пишешь стихов. И ты подвержен влиянию белых идей. Но только фига в кармане, продёрку штанов. Но только все хорошо для посторонних людей. Разбитая жизнь, Гриша, блядь, разбитая жизнь. С каждым днем все труднее, труднее жить. Вокруг сплошные козлы, а за красивые тетки непроходимо глупые и не способны как надо тебя понять. Ковыряешь носу и выпиваешь за нас три бутылки вина. И держа запотевший стакан на весу, ты вспоминаешь про завтра, но завтра с утра. Я не знаю, что там.